Анонс и точность выхода третьей серии пятого сезона сериала «Трудные подростки». Третья серия сериала выйдет на видеосервисе Bing 29 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как боги футбола вернулись на автобусе из Сочи. На заправке команду встретила Александра с отличной новостью. За безупречное поведение и победу над зиловцами всю группу Б ожидает комиссия, которая рассмотрит их освобождение из центра. Однако уже через несколько секунд на бензоколонке взрывается туалет. Подростки утверждают, что они не имеют отношения к этому инциденту. Но им с такой репутацией никто уже не верит. Поэтому комиссию пришлось отменить. Но ребята решили не сдаваться и найти настоящих виновников взрыва туалета, которыми оказалась команда зиловцев. Они решили выбить из них правду. Но получилось совсем все наоборот. Зиловцы выбили из них дурь. Третья серия сериала выйдет на видеосервисе Wing 29 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.